Как бороться Энигмы против Сайленсера? Вот, это, кстати, очень хороший вопрос. Вообще, когда у вас Энигма и против вас Сайленсер, лучше всего просто забыть. Про Блэк Холл как бы смешно не звучало, но лучше всего про него просто забыть. Почему? Потому что он как бы сможет вам сбивать его, находясь, я не знаю, там, в жопине мира и так далее. Тогда есть другой вариант, который вот придумали многие хорошие игроки, это... Вы не концентрируетесь на Блэкхолле, вы просто собираете миллион статов. Следуй правилам. Вы себе покупаете там меку, можете купить себе пайп. Кроме пайпа там со спокойной душой можете купить себе некротрит, тараску, блудстоун, как показывал нам папи. И просто быть толстым. Толстым героем, который помимо Блэкхолла будет давать еще и станчик, и Миднайт Пульс, который делает очень много ДПСа. И если вы будете долго жить, то рано или поздно Сайленсера точно убьют. Поэтому вот такие сборки решают. Потому что если вы соберете Блинк, БКБ и там еще миллион артефактов, Сайленсер с сапогом просто с базы даст стан и до свидания. Это очень хороший вопрос, кстати, был. Я такие обожаю.